Что здесь происходит? Давайте разбираться. Привет, Страж, я Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 «Отвергнутые». Вчера я рассказывал, как открыть новую эндгейм-локацию «Город грез», а сегодня расскажу, что за новое открытое мероприятие «Слепой колодец». Колодец — это новая арена по типу Court of Oryx, Arkham Forge или Эскалационного протокола. Состоит оно из трех уровней, которые, в свою очередь, делятся на 5 волн, 4 с мобами и 5-я босс-файт. Зачем выполнять ее? Самой интересной наградой сейчас с мероприятия является Семя Света. Это ресурс, который необходим вам для получения новой суперспособности. Первую новую ульту вы получите по квесту основной сюжетки, это ни для кого не секрет, а вот на том, чтобы получить новые способности, многие застряли. Чтобы запустить мероприятие, нужно использовать специальный ресурс – заряд света. Он есть трех видов, по уровням первого, второго и третьего. Получить их можно с сундуков в патруле, за публичные мероприятия и все вот эти мелкие активности в городе грез. Семя света, необходимое для прокачки сабкласса, может упасть с мероприятия только второго и третьего уровня. Советую проходить мероприятие командой, желательно искать локацию, на которой кроме вашей группы из трех игроков будет еще человека 4. Принцип тут соединения похож на тот, по которому мы собирались с вами на эскалационный протокол в военном разуме. Рекомендуемый уровень света я бы назвал 510, но чем выше, тем лучше, иначе с уроном будет совсем плохо, да и вайпаться будете постоянно. Волны состоят из удержания 4 тотемов, на каждой по 2 минуты, потом босс-файт. Особо сложных механик тут нет, следите за тем, чтобы вы находились в куполе вокруг тотема, иначе будете получать постоянно входящий урон. На арене также будут с волнами мобов появляться специальные сильные противники с щитом. С таким же белым щитом будет и босс, кстати. Чтобы его снять, найдите на карте желтого светящегося падшего, убейте и подберите выпавшие из него фиолетовые сферы. За это вы получите баф на 15 секунд, во время действия которого сможете наносить урон боссу и мобам с щитами, а также ваша суперспособность будет откапливаться в несколько раз быстрее. По сути, это все. Шанс того, что вам упадет семя света для сабкласса, довольно высокий. Мы завершили около 4-5 мероприятий, за каждое из которых кому-нибудь да из участников точно падал ресурс. Из дополнительного дропа пока ничего особенного лично я не получал. Выпал экзотик, старый, но на 517 уровня силы. И все в общем-то. Так что если я что-то упустил, пишите в комментариях, а я думаю, что мы еще вернемся к колодцу в последующих роликах. На этом пока все. Желаю вам море счастливого лута, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие гайды, а я прощаюсь, счастливо!